Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Toyota RAV4. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую, обработанную переднюю арку. Максимально обрабатываем поверхность, наносим данный компонент с поливизатора. Толщина достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Ждем, пока подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить на место колесо. Ну а пока ждем, мы обрабатываем штатные подкрылки таким мембранным шумопоглотителем. Толщина его 7 мм. Так выглядят наши жидкие подкрылки, шумоизоляция лакиров на автомобиле. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!